четверг вечером лабинские пожарные тушили заброшенную свиноферму, корпуса которой находится в районе садоводческого товарищества «Строитель». Сообщение на 01 поступило около 7 вечера, когда пламя уже охватило кровельную конструкцию. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Горела деревянная кровля. Другие здания, сооружения не пострадали в результате пожара. Сухая трава, которая находилась вокруг фермы, также признаков возгорания не имела. То есть это говорит о том, что пожар, очаг пожара находился в самой ферме. Вот. Причина пожара на данный момент устанавливается. По данным пожарной части, эта ферма горит уже второй раз за последние 2 месяца. Перед Новым годом пожар произошел в северном крыле, теперь в южном. Кроме этого, наряды выезжают на тушение сухой травы. Случаи поджога сухостоя участились. За текущий год произошло уже 19 пожаров, на которых погибло 2 человека, пострадало точно так же 2 человека. На загорание сухой травы подразделения пожарной охраны выезжали уже более 30 раз. Загорания происходят как в районе, так и в городе, поэтому убедительная просьба гражданам, организациям воздержаться от сжигания сухой травы. Сейчас стоит сухая погода, ветреная погода, возможны плохие последствия.